134 единицы спецтехники стоят на защите набережных Челнов от обильных осадков, снега и льда. В связи с ухудшением погодных условий дороги города представляют особую опасность. Нередкость – обледенелые участки дорожного полотна, замерзшие глыбы и гололед. Но, по словам директора предприятия автомобильных дорог, эта организация готова к изменениям метеоусловий. Уже в течение 3 дней идет уборка городских улиц, правда, пока только локально и в тестовом режиме. За это время было израсходовано около 385 тонн жидких реагентов, 7 тонн песко-соляных смесей и раскидано 15 тонн песка по тротуарам. Гололеда такового нету, асфальт чистый, поэтому смысл тратить деньги и показывать, что мы работаем, здесь нет необходимости. А так техника на проспектах, на перекрестках отрабатывает, эти вот остатки снега вывозим. Предприятие готово, конечно, готово. Есть сложности, есть дефицит. Также хотелось бы пользоваться случаем, приглашаем на работу. Это механизаторов, водителей.